19 декабря в 3:16 поступило сообщение о горении транспортного средства во дворе дома номер 85 по улице Никифорова. Было установлено, что горит автомашина ВАЗ-2121. В результате пожара сгорело подкапотное пространство и панель управления. Причина пожара – неисправность систем механизмов и узлов транспортного средства. 22 декабря в 1:55 поступило сообщение о горении надворных построек в деревне Гулькино. По прибытию на место было установлено, что объектом пожара являются надворные постройки двух хозяйств. В результате пожара два сарая сгорели полностью. Причина – неисправность электрооборудования.